В общем-то, у меня, как у собаки Павлова, выделяется слюна, по-моему, кого-то где-то пускает внутрь. Вот что-то я так чувствую, что, наверное, есть шанс, его надо реализовывать. Ой. Это камбуз. В каждом ресторане есть такая линия. Ой. Чуть-чуть можно подснять? Ну, трошки снимите. Пойдем, я зайду. Я понял. А можно я дойду вот до порога? Я не буду заходить. Просто, стой, чтобы чуть-чуть зацепить. Я понял. Я понял. Вот так вот. И вот это вот у нас там. Вот это вот у нас внутри. Вот это у нас. Так. Точно расскажу, бы мало там территории знаешь. Так. Внутрь можно попасть или нет? Журналистики пускаем. Ну, если и... удостоверение, вы можете пропустить? Я ж тоже не просто так. А. Сына был. Ну, я швиденько. Швиденько, чуть-чуть, хорошо? Багато там не можете. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Пресса. Чуть-чуть поснимай и... А вы тоже? Да, хорошо. Так, удалось посмотреть вот это. Вот это. А вы кто? Да. Из Донецка, да. Так, это я снимаю у нас на дебаркадере. Ребята, это бомба. Это бомба, ребята. Это просто пипец какой-то. Обратите внимание на пол. И вот они, эти люстры. Вот она, это роскошь. Глобус. Говорили, у Гитлера был глобус, по которому он руководил войной. Вот глобус Януковича. Ну и рояль, конечно. Как же ж не музицировать? Часики. Разрешу часиком подойду. Дерево. А знаете, на ощупь очень даже... Что там у нас? Там, ага. Комната. Это комната типа отдыха что-то вроде, да? Я думаю, что бар. Бар? Здрасте. А подскажите, а хоть что-то из бутылок осталось там вот? То, что мы... Чернов вроде снимала бар, а мы... Я сейчас общий план сделаю, да. В общем, дешевая, в общем-то, Сонька на самом деле. Мог бы и побогаче сюда поставить. В общем-то, я видел... повеселее, но это, видать, для обслуги, это, видать, не для самого. О, люстрочки, сейчас я чуть-чуть ближе посмотрите на эту люстрочку. Вот хрусталь, да, хрусталь. Великие правители. Все выходим, спасибо, разрешите. А, там. Да. Помочи покушать в автобусе, понял? Когда ты пошел, подожди. Заберешь там. Ваш старший Ильян. А у нас разрешили. Не хотите, да? Да. Да. Все хорошо. Это внутренние. Да, вот они, мишки.
или белочка кто-то тут у нас тут такой. Вот, и там на картинке такие самые. А что можно посмотреть? Покажи, пожалуйста. Положи, пожалуйста. С классным гербом. Да? Странно, у меня почти такая же, тоже без телефона и без ничего. А можно? Это выдавлено, да, рифленое. И что, много таких? Одна. Понял. Есть еще такая, тоже одна. Профессор? Ага. Ух ты. На полном серьезе его визитка. Шикарно, вот это вот спасибо. Это очень, очень шикарно. Профессор, надо же. Так у него, наверное, погоняло все-таки, на самом деле такое было. А зачем карты туда он засунул в графин? Я не пойму. В чем прикол-то? Вот зачем было их в графин засовывать? Я не знаю, но вынять мы их не можем. Весь день мы дохались. Но... Понятно, в общем, как-то вот без мозгов, в общем-то. Ну, понятно. Фортуна. Ее не вытянешь. Да, да. Ну, что-то как-то эта фортуна повернулась попой. Давайте я немножко еще посмотрим на стульчики. И, слушайте, я не откажусь от удовольствия, я посижу. Даже если меня за это выгонят, я посижу. А вы знаете, надо сказать, удобно. Удобно, да. Так, давайте я даже себя покажу. Да, вот. Вот, да. Вот, обратите внимание на вот эти вот произведения искусства. Так. Перечницы. Все так. О, да, на стульчике сидеть удобно. Я все-таки для вас сниму всю эту, весь этот массив. По-другому я не могу сказать. Прессы, посуды. Вот что-то морда у него как-то прямо аж на Януковича похожая, честно. Вот, да. Вот это все. Кто-то там стучится, очень хочет попасть, наверное, внутрь. Так, а вот это вот бутафория. Вот интересно, для чего это бутафория, непонятно. Аппетит, что ли, чтобы разыгрывался. Великие вина. Вот что-то. Кристалл де Пари. Ага, понятно. Это вензель. Так, это у нас что-то. Что-то у нас. Что-то у нас такое интересное. Да, вот он пол, вот этот вот. И вот это вот все так, скажем так, очень должно подавлять, наверное. Вот она, эта роялька. Если я не узнаю, что за модель этого рояля, мои музыканты меня убьют. Скажут, почему не посмотрел, что же за модель рояля. А она, кстати, электрическая. Вот интересно, это из какой серии? Роланд. Это Роланд. При том, что... И, кстати, место для диска. Ну, это, наверное, чтобы помогать играющему и показывать, какой он виртуозный музыкант. А вот, кстати, и набор всяческих штуков.
Для чего вот это сделано, непонятно, но... А вот тут у нас тоже... Ага. Тут у нас тоже помещение. Как хорошо, что у меня есть с собой фонарик. А вот сортирчик. Пожалуйста. Вот краники. Так, извините, свет, я не знаю, где включается. Но вот это унитаз явно не золотой, но еще и писсуар рядом. Наверное. Наверное, для... Так, ну это, видимо, хозблок. Ребят, можно? Не помешаю. Это просто хозблок. Видимо, комната для отдыха. Можно? Ножичка. Вот это вот. И все Версача, да? То есть так, не завод Красный Октябрь. Все поснимали? Все. Сейчас мы вот все собираем. Вот сейчас я еще... Коробочки? Нет, коробочки. А, потом... Можно понять, стоимость будет, да? Да. Я как уже понял. А где, кстати, будет это у вас? На плюсах. На какой передаче? А, так это ваш этот микроавтобус, троллит тут всех приезжих, да? Прикольно, все, спасибо. А когда примерно будет, когда глянуть? А? Через две недельки? Спасибо. Так, вот еще проход. Вот еще проход. Ну, это выход дополнительный. Угу. О, вот это даже окошки так открываются. Не слабо. Шикарно, шикарно. А золотой унитаз кто-нибудь видел вообще? А? Нет, походу ты нет. Да? А может он с собой взял? Тут без того выстачает. Не, да, понятно, это... ну просто интересно. Я не знаю, звуки, ну, где он будет, честно говоря. Ну, не слышал, да? Сколько тут... Да, я уже снял. Да тут все за что ни возьми, все стоит, в общем-то, не дешево. Я! Так, ну я еще на кресле посижу с вашего разрешения. О, кстати, очень удобно. Так. А сказать, что прям сильно мягко нельзя. Ну, наверное, для того, чтобы геморроя не было. Такой сидишь себе такой тут. Люстры горять. Кстати, пол скользкий, надо сказать. Можно подскользнуться очень легко. Ну, вот посмотрите, как двигается легко стул. То есть стул двигать легко, но и самому можно подскользнуться. Как-то я не подумал об этом. Ну, вот еще. Да, шикарно. Кто у нас? Коники всякие. Ну вот, в принципе, и все.